Так, приветствую вас, друзья! С вами Олдгеймер. Мы проплыли реку, теперь вышли на какую-то тропу. Тропа войны. Где-то там впереди Кроу недобитый. Почему, блин, тот мудила, блин, который руководит операцией, блин? Не мог его, твою мать, убить, блин, когда он там барахтался, упавший со сбитого с таким трудом на вертолета. 1.5 часа, блин, я сбивал этот долбанный вертолет, пока догадался, как нужно спрятаться. Там, да, есть всякие в интернете подсказки, как убить этого Кроу, но они для легких уровней. Там типа броневик на берегу стоит, прыгаешь, плывешь, заскакиваешь в броневик, сбиваешь вертолет. Херов как дров, никаких броневиков там, блин, не было. Сука. Пришлось так руками, блин, душить козла. Но задушил. Ага. Так, надо выбрать хорошую позицию для атаки. Что бы это могло быть? Отлично! Просто суперско. Так, теперь надо поймать Кроу. Тут операция прошла хорошо, успешно. Мало тут. А, вот еще. Ага. Надо зайти вон оттуда. Там, суки, блин, Кроу. Где-то там Кроу прячется. Надо хорошую позицию выбрать. Лучше сверху откуда-нибудь. Попробуем его обойти. О, а заодно вот патрончиков еще подберем. Так, становится опасно. Надо вот сюда, к камням. К этим они дадут хорошую защиту, если что. А если что, обязательно произойдет. Стопудов. Так, пенек тоже сойдет. Я пока еще никого не вижу. Ладно. Так, это солдаты у нас. Так, а здесь? Ага. Ух ты, сколько их там, блин. Да, блин. Офигеть. Ты видел? Уходим, уходим. Видел.
Зараза, где ж мне тут, блин, так спрятаться, чтобы... Что это могло быть? Да хер его знает, что это могло быть. Не задавайся дурацким вопросом. Блин, и тут, сука. Со всех сторон, блин. Если начнут обкладывать, то мне конец. А может, все-таки это с другой стороны зайти? Под люки, блин. Здесь место плохое. Да, тут выстроили цепь, охренеть какую. Мне надо хороший плацдарм. О! А, хер, во. Если бы туда можно было бы забраться, да, это было бы во. Оттуда можно было бы херачить их, блин. Я только знаю, да это и так знал. Еще с прошлого раза, что их много. Эх, жалко, гранатомета нету. В смысле, гранатомет-то есть, нет патронов к гранатомету. Так, сука, где-то здесь надо, блин. Жалко, туда нельзя забраться. И здесь так все. Деревина лежит. Конечно, деревина хорошо лежит. С одной стороны. Можно просунуться. Блин, ни хера тут не видно. Плохое место. Там еще и будет толпа. Хераи. Офигеть. Ну что, надо начинать войну. Сука какой! Куда ж тебя, блин, убьет-то, блин?
столько пуль в тебя всандалить. Хер вы тут меня достанете. Это ж я Кроу завалил. Они начали по мне, открыли беспорядочную стрельбу. Херов как дров. Мы вас потихонечку уложим здесь всех нахер. Никто не уйдет. Главное, чтоб с тылу не зашли. Они, конечно, сидят хорошо, но ничего, мы лучше видели. Гораздо. Главное теперь не попасться, что не нужно. Ни хера не вижу. Оттуда я аромату не докину. Мы его потеряли. Ничего. Конечно, мне досталось маленько. Так, ну еще осталось много народу, блин, надо их как-то переложить, перекосить. Так, надо сменить дислокацию. Уходим нахер. Отсюда дойдем оттуда. Так. Надеюсь. Надо же их как-то убрать, блин, всех. Если что, надо будет сбегать назад. Там вроде бы была аптечка еще.
Сбелились, да? Суки, жалко. Но это они пока услышали, они же еще не увидели. В башку не попали, а то один выстрел и все. Где вы там, блин? Хера вас не видно. Уходим. Вернемся на старую позицию. Надо мне местечко хорошее. Тут их там четверо или пятеро еще осталось. Нет хорошей позиции. Сучары. Ничего, мы сейчас переползем на свое старое место. Есть, одного завалил. И это хорошо. Зараза. У меня патроны кончаются. Есть. Отлично, еще одним меньше. Удачно попал. Так. Этого не вижу, блин. Сука. Так, и где-то там, блин, далеки еще. Ничего, сейчас проползем аккуратно, аккуратно, чтобы не попасться.
за камнем проползаем, чтобы он нас не видел. Отлично, я оказался ловчее. Вон он идет. Куда-то движется. Давай, 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 выходи туда. Я ж тебя слышу, что ты идешь. Дуэль такая у нас. Пососи! Я найду тебя! О! Отлично! Я завалил его! А! С первого раза! Сегодня! Кто это? С кем я разговариваю? Скоро узнаешь сам. Отлично, Джек! Ты молодец! Ты молодец, Джек! Сильно не расслабляйся, могут быть еще где-нибудь козлы. Ну, надеюсь, что нет, конечно, но... Ну, надо прозондировать. По идее, это должно быть все. Так, позицию я выбрал удачную, значит, надеюсь. Так. Бронежилет почти восстановил, не почти, даже восстановил. Так, ну и где там этот? Никто тут не прячется? Какой-нибудь козел. Окей, Дойл. Около грузовика. Ну, давай. Ответь мне, Джек. А, подружка, привет. Джек! О, выскочила. Ты что, все это время где-то тут... В точку. Здесь находится фабрика, где они производят мутаген. А вот и коды для запуска тактической ракеты с ядерной боеголовкой, чтобы замести следы. Ты гений, Кроу. Ты упростил нам задачу. Интересно, каким образом это может нам помочь? Да. А, птица, птица. Клёво. Смотри за джунглями, Джек. Раз у нас выдалось время поболтать... Может, просветишь меня? Что все это значит? Кригер был ведущим исследователем Министерства обороны. Специализация — генетика и усиление боевых возможностей человека. То есть Трайгены? Правильно. Тогда при чем здесь ЦРУ? Военная разведка обвинила Кригера в незаконных опытах над людьми. Он занялся частными исследованиями, и мы внедрили в его лабораторию Дойла, чтобы присматривать за его работой.
Мы здесь, чтобы остановить Кригера или вытащить Дойла? Я здесь для того, чтобы не допустить бегства мутантов с острова. А ты здесь на случай, если мне понадобится помощь. То есть я здесь просто за компанию? Умный мальчик. Ну да. Дойл говорит, поблизости находится база наемников. Давай их навестим. Да. Да, yes. Ха-ха-ха. Болото. Я думал, уже все, сейчас Кроу завалим и конец игре. Нет, нифига, ты смотри, какая длинная игрушка. Баба тут выскочила. Вот убили бы тогда Кроу, забрали бы у нее эту фигню и... Джек, Уилл, я получил указание от главного штаба. Они оценили ситуацию и хотят, чтобы вы уничтожили главное здание Кригера. Видимо, нас интересуют только два объекта. Аванпост и главное здание. Чтобы уничтожить их вместе, нам понадобится ядерный заряд. Ядерный? Вы спятили? Да расслабься. Он совсем маленький. Как раз хватит для того, чтобы уничтожить наши цели без других разрушений. К тому же, в момент взрыва мы будем далеко. Может быть, да. Да, так, и что нам теперь делать? Я обнаружила небольшой лагерь поблизости. Позаимствуем в нем грузовик. А, ага. Ну ладно, давай позаимствуем, раз ты так говоришь. О, так. Народ, по стоку. Ох, какой вид. Да, правда, немножко угловатый. Ну и что? Есть и в природе такие люди. Такие девушки угловатые, зато очень крутые. О, так, на этом мы с вами закончим эту серийку. В следующей серии мы будем взрывать нам два объекта. Маленький ядерный взрыв. В общем, как обычно, ничего серьезного, да. А пока.